Так, все, нафиг. Вылезаем из этих кактусов. Идем дальше. О! Ой, секундочку. Так, здесь тропинки. Так, здесь... Идет уже, как называется? А, во, стрельба из лука. Сейчас здесь никто не стреляет, поэтому можно пойти пофоткать. Прикольно, прикольно. О, мишени. Так, здесь теннисные корты. Ну, не знаю, насколько тут в теннис играет много. Но раз корт, два корт, три корт, четыре корт. Четыре корт, что ли? Ну, четыре-то четыре. Так, не пойду, я туда не хочу. Здесь, там вот, пандус для экстремальных. Как они называются? Борды, борды. Скейтборды, во. Скейтборд. О, кстати, автобусик, видите, уезжает. Вот это там уже выход. Выезд, точнее, из отеля. Так, здесь у нас баскетбольная площадка. О, кстати, смотрите, там еще два корта. Раз, два. О, туалет. Вечная проблема. Где найти? Теперь вы будете знать. Баревич. Дельфина Бич. Резорт энд спа. Кто не знал, какой флаг Туниса, вот. Так, здесь, я так понимаю, детская какая-то развлекуха. И еще два, раз, два корта. Блин, сколько тут кортов? Нужно теннисистов тренировать. Целую там теннисную сборную. Лучше, блин, вот не знаю, лучше бы здесь бассейн сделали. Большой. Кстати, здесь нет водного пола. Вот что я вспомнила. Может, в других отелях было водное поло, а здесь даже негде его проводить. Так. Ну все, в принципе, я пошла купаться. Ресепшн вам потом покажу номер.